Можешь объяснить, вот это вообще что? А почему в ресторане никогда не нравится то, что заказала она, и всегда нравится то, что заказал я? И она начинает есть у меня из тарелки. Я ей говорю, закажи себе то же самое. Она говорит, зачем? Я только попробовать. И съедает половину. Ну, правильно. Ты же хотел именно вот это количество мяса и это количество картошки. Да. И мне не жалко. Я просто не люблю, когда у меня едят из тарелки. Да и жалко тоже. А почему, когда она из другой комнаты задает мне вопрос, и я слышу последние два слова, вот это вот, знаешь, типа... зеленые тапочки. Я спрашиваю, что? Она говорит, зеленые тапочки. Ну, конечно. Почему она повторяет ровно то, что я слышал? Вот эти последние два слова. Как ей это удается, а? Вот расстался ты с ней, бросила она тебя. И пишешь ей, это последний смс, я больше не буду тебе писать. Ты стала мне чужой, прощай. Она не отвечает. Тогда второе последнее смс. Могла бы и ответить, нас, между прочим, что-то связывало. Третье. Спешу поделиться радостью. Я перестала тебе думать. Вообще, так что не звони. А она и не звонит. Тогда какой-нибудь запрещенный прием там. Ты знаешь, оказывается, в Москве есть еще красивые женщины, кроме тебя. И все равно ничего. Да. А? И так еще 100 последних смс. И самое последнее. Неужели нельзя быть нормальным человеком и один раз ответить? И все, перестал писать. Год прошел, отмучился. От нее приходит. Снег идет. С первым днем зимы. Ну не суки! А вот самое ужасное, когда еще вчера у вас все было прекрасно, а вот сегодня от нее приходит смс-ка. Извини, мы больше не можем быть вместе. Пожалуйста, не звони и не пиши. Я желаю тебе счастья. А ты не понимаешь, почему? То есть мало того, что тебя бросили, дополнительный кошмар в том, что ты не понимаешь, ну почему так, почему? Сейчас начинаешь звонить и писать. А дальше все, как ты сказал. Вот именно так, Леш. Но я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос, почему. Знаете какой? Потому что, с моей точки зрения, это 100% точный ответ на вопрос, почему. Потому что. Да у женщин многое этим объясняется. Да все. Вот поэтому Саша и не женится. Пошли. Идем, идем.